Итак, всем привет, меня зовут Вадим, и вы на канале Ютубер Польши. Итак, дорогие мои, в этом видео я не буду делиться никакой информацией. Это видео больше всего, скажем так, направлено сейчас для людей, которые находятся здесь, в Лодзе, и у них есть какой-то такой небольшой бизнес или большой бизнес, неважно. Есть какое-то хобби, которое приносит им какой-то пассивный доход, и они бы хотели поделиться этой информацией. Я хочу именно с вами снять, который проживает здесь, в Лодзе, я хочу именно с вами снять небольшое такое интервью и рассказать людям, скажем так, о вашем хобби, о вашем, может, небольшом бизнесе каком-то, скажем, немножко, может, прорекламировать вас, поделиться вашей историей. Но больше всего меня интересует автошкола. Поехали! Смотрите, что я имею в виду под словом автошкола. Если вы находитесь здесь в Лодзе, у вас или есть уже автошкола, или я где-то там просто видел в группе в Фейсбуке, кто-то писал, что поможет людям научиться ездить. Потому что сейчас много из моих даже знакомых спрашивают, кто бы научил нас ездить здесь, в Лодзе, потому что не знают, где можно поездить, где поучиться, кто бы их поучил. Поэтому, знаете, многие наши зарубежане приехали, решили остаться. Естественно, на Украине автомобиль – это роскошь, а здесь это действительно средство передвижения, которое абсолютно доступно. И многие, кто уже купил автомобиль, но практики вождения здесь в городе нет, и хотели бы найти такого человека, кто бы мог помочь им это сделать. Поэтому, если вы есть, вы проживаете здесь, в Лодзе, у вас, может, какая-то автошкола, или вы в процессе там регистрации этой автошколы, или вы, скажем так, инструктор какой-то, были на Украине и здесь, скажем так, еще не зарегистрировались, но у вас есть возможность помочь нашим людям, соотечественникам вашим и моим тоже в практике вождения, поэтому обязательно напишите мне на почту, электронную почту я оставлю под этим видео, поэтому если вы здесь в Лодзе находитесь, которого мы хотим сейчас прорекламировать, показать людям, что вот вы есть такой человек, который поможет сориентироваться здесь в местности, научиться практике вождения, поэтому обязательно напишите мне на электронную почту, я с вами свяжусь, и мы с вами снимем какой-то хороший контент для людей, которые ожидают, возможно, такого видео, и которые будут благодарны, если вы все-таки найдетесь. Если вы есть здесь, в Лодзе, то это было бы хорошо. Это было бы хорошо, и я с вами обязательно сниму этот ролик. Это то, что касается конкретно вождения. Ну, а также, если вы хотите, скажем так, поделиться своим историей успеха. Вы приехали сюда, открыли какой-то небольшой бизнес, сейчас у вас все пошло так хорошо. Неважно, тату-салон или еще какой-то салон, или еще какой-то бизнес. Поэтому можете тоже мне написать на mail. Я с вами там созвонюсь, пишемся, и решим этот вопрос. Захотите ли вы поделиться своей историей? Так что вот так, ребята. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Пока! А также, ребята, не забывайте, что специально для вас, для кандидатов, которые хотят приехать в Польшу на работу, я создал сайт, вот видите, да, сбоку, вот опять я вам оставляю, где вы можете оставить заявку онлайн на трудоустройство здесь, в Польше, на которую я вам отвечу. Поэтому обязательно оставляйте заявочку, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Ну и всем пока!